воду пьете из крана? Она воняет. Не пьете? Нет. А какую воду пьете? Покупаем в магазине или ставим, чтобы отстаивалась дома. Как вы считаете, у нас в городе вода плохая? Очень плохая. Мне даже голову мыть невозможно. Почему? Потому что как бы потом перхоть появляется, волос падает, она ее невозможно вообще. Или тоже отставить, или кипятить. Вот. А готовите еду на ней? Вот то, что да, то да, готовим. Потому что все равно кипит, как бы, может, что-то уходит плохое. Чай пьете с какой? Ну... Тоже кипятим. Нет, у нас привозная вода. Вы вообще не пользуетесь той водой, которая течет с нашего крана. Как вы считаете, в Белгороде вода хорошая, ее можно употреблять? Я не знаю, какая идет в кранах вода, но привозная очень хорошая вода. Да, чистая, да. Нет, у меня кипяченая всегда вода в электрочайнике. Если хочется холодной, я чайника налил и выпил. А так редко, но пью. Пьете, да, с крана? Да. Как вы считаете, в кране вода, ну, можно ее пить, как вы думаете, она хорошая? Ну, я в лаборатории не сдавал, не знаю. Да, пьем. Пьете, да? Да. Просто спрашиваем, как вы считаете, качество воды в нашем городе? Ну, соответствует всем нормам? Я с села. Не соответствует нормам. Конечно, не соответствует нормам. Но мы пьем. А где же нам деваться? Что делать? Отстаиваем у ведра, накрываем крышечку и пьем. А что, в селе тоже плохая вода? Так думаю, что да, потому что накипь там сильнейший. Нет. Почему? Невкусная. Так, извините, вопрос. А какую воду пьете? Какую воду пьете? Мы из источника есть. Источник у нас есть, и мы туда ездим и набираем бутылки. Оттуда, да? Там хорошая вода? Очень хорошая. Скажите, а готовите вы с какой воды? Из крана. С крана, да? Да. Стираете? И стираю, да. Только пьем и чай. А скажите, как вы считаете, вообще в городе у нас вода хорошая? Нет, вообще нет хорошей воды сейчас. Ни у нас, нигде. Нет. Почему? Потому что я не дура. Я человек с высшим образованием. Воду отстаиваю, только потом пью. Вот. Как вы считаете, у нас в городе плохая вода, да? Ну, я химические проценты вредности не знаю, поэтому сказать ничего не могу. Знаю, что с крана пить нельзя. И все. А готовите какой водичкой? Готовлю, я беру с цистерны. Ага. Тоже отстоявшийся, беру с цистерны. И чай тоже с цистерны. С крана только мою посуду. Пью, но через фильтр. А почему не пьете именно такой с крана? Потому что у нас вода плохая в городе. Возьмите, она постоит и уже цветет. Нет. Почему? Покупаем очищенную. Ну, потому что там она не совсем чистая, не совсем полезная. И поэтому поставили фильтры, но все равно течет белое, как молоко. Угу. Ну, такая да. Вот, в каком районе вы живете? Центр. Центр. Район 5-й школы. Плохая, да? Да, пить невозможно. А скажите, вот готовите вы какой водичкой? Очищенной. Тоже очищенной? Тоже очищенной. Нет. Почему? Ну, как-то опасаемся. А какую воду пьете? Покупаем минеральную. Минеральную, а готовите какой водичкой? Очищенной. Покупаем фильтра, очищаем воду. Такую из крана не пьете? Ну, напрямую, как бы, вы же сами понимаете. Вы считаете, не уверены на 100% в том, что хорошая вода, тем более у нас маленькие дети.